Всем привет! Вас приветствует Марусь на своем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться интересным лайфхаком. Если вы не знаете, из чего сделать бордюр, вам понадобятся только лишь простые капроновые колготки. И вы можете сделать прекрасный бордюрчик для своих цветников, клумб, огородить, допустим, деревья или грядку. Я вам покажу, как это сделать. Берем старые колготки капроновые, отрезаем вот так вот у нас вверх. Вверх нам вообще не нужен, по сути. Делаем просто набивку грунтом. Грунт можно взять любой. У меня песок. Можно взять любую землю. Если вы планируете что-то в этот бордюр посадить, а в него можно будет сажать цветы, можно хороший питательный грунт взять. Ну, я как бы не совсем планирую туда что-то сажать, потому что это будет у меня ограждение для клубники. Поэтому я беру песок. Да, грунту нужно много. В зависимости от того, насколько вы хотите толщину бордюра сделать. Если это будет маленький бордюрчик, невысокий, то немного надо грунта. Если это будет бордюр все-таки довольно-таки объемный, то все-таки грунту нужно будет много. Вот так вот набиваем, и вторую тоже ногу набиваем. Можно смешать грунт с семенами, допустим, травы, если вы планируете, чтобы вот этот бордюр стал зеленым. Если туда добавить в грунт обычные семена травы, то у вас трава пробьется через колготки и будет зеленым красивым бордюром. Чтобы завершить, можно, конечно, набить любой объем, это уж не важно, сколько вы хотите. Там обязательно вот этот край нужно завязать, чтобы все-таки грунт не вывалился. И пойдем укладывать. Я покажу, как я буду укладывать, но укладывать можно по-разному, кому как нравится. Я буду типа камней делать, поэтому я буду по-своему укладывать. Заметьте, это очень тяжело, поэтому лучше брать вдвоем. Бордюр наш готов, мы его побелили, наши камешки, они у нас получились вот такие. Можно, конечно, побольше побелить, но я один раз прошлась. Я думаю, очень даже похоже на камни. Этот бордюр можно использовать не только для ограждения грядок, цветника, прудик небольшой можно огородить таким способом, такими камнями. Не нужно ниоткуда булыжники таскать. Очень все просто. Берем колготки, песок. Кстати, песок после того, как намокает, становится довольно-таки плотненьким. И можно ему придать форму разную, разного камня. Так что, кому понравился мой бордюрчик, ставим пальчик вверху. Не забываем подписываться. Всем до новых встреч. Пока!